Друзья, всем привет! Сегодня у нас мото и авто соревнования. Покажу самые экстремальные горки. И молодец! Молодец, молодец. Такой даже полосе должен быть. О, нормально. И как красиво. Ух, нифига себе. Опасно. О, получается отлично. Сейчас поедем на этой котлете, позаписываем, порасскажу про автомобиль. Еду на котлете. Ну, первое впечатление скажу, что вполне комфортно. Это вот Александр. Привет. Сейчас нам расскажет немножко про свой автомобиль. С чего сделан, Саш? Давай расскажи все-таки людям. Сделан на базе Jeep Cherokee старый 86 года. Ну, попиленный кузов, конечно, весь укороченный кузов. Мосты раздвинуты наоборот, чтобы базу увеличить. И вот в том году установлены от УАЗика военные мосты. С целью понижения, потому что на родных Черковских мостах... Не хватало? У них, да, у них максимальное понижение, ну вот тюнячие главные пары, у них 4.1 идут. Нам не хватало этого, то есть колеса 38-е, как бы маловато. А на УАЗовских мостах, на военных, у них заводское понижение 5.2. Mm-hmm. Вот с 5.2 он совсем по-другому поехал. То есть все вытаскивает на малых, да? Вообще, да. Соотношение просто у нас, что хорошо получилось, соотношение лебедки, то есть лебедка тянет с той же скоростью, что и вращаются колеса. Понял, да. Это самое, вот у нас на родных мостах с парами 4.1 у нас забуксовывали колеса, то есть лебедка тянет... С одной скоростью. Да, она тянет медленнее, а колеса вращаются быстрее. И закапываешься. Закапываться, да, ей тяжело лебедкой работать. Смотри, как интересно, ага. А с этими парами у нас прям соотношение вообще хорошее получилось. Понятно. Слушай, смотрю, автомат стоит, да? Да, автомат, мотор, коробка, раздатка, это все родное Чероки. Только мосты УАЗовские стоят. А тут я смотрю, что-то пневмо или... Тут пневмосистема, это на лебедке, то есть две лебедки, вот они внизу установлены. То есть лебедки все в салоне, пневмосистема, это блоки лебедок. Ну, здесь датчики тоже для практичности, все УАЗ. Все безотказно и работает и под водой. И, согласен, ну, родная приборка Черковская осталась, но в ней уже больше половины не работает, потому что все утонуло. Потому что, ну, частенько бывают такие гонки, что, ну, панель под водой. Ну да. Так, а сегодня у нас какие соревнования? Ты в чем будешь участвовать-то? Ну, и в спорте? Ну, самый, который, ну, да, вроде который спорт. Лютый самый. Самый, да. Лютый вроде спорт у них сегодня. Вот. Да. Я уже сходил, посмотрел, там речушки кое-какие есть. Вот. Должно быть интересно, посмотрим. Да. Ну ладно, поехали. Приехали мы, ребята, в лагерь. Здесь сбор всех техников, всех участников. Сейчас будет брифинг и начнется старт. We'll be right back.
старт. Прошел, первый автомобиль едет. Встал, на мой взгляд, самое интересное место, где горочки. Ночью шел дождь. Обратный маршрут они будут также проезжать. Как раз вот на эти горочки будем с вами заезжать. А без касок не страшно? Круг примерно около минуты. Вот человек едет назад. Приближается к финишу. Ну, прошел легко. Второй участник у нас Алексей на Дастере. Круг идет у нас на время. Круг примерно около 2 минут. Сейчас время озвучили первого участника. Ну и самое интересное, это подъем горочка. Третий участник у нас каратэ Шнива, лифт и грязевая резина. Первый раз участвует человек. Спуск. Возвращается. Ну давайте посмотрим, как мне Васик заедет в эту горочку. Видишь, поднялся. Молодец, да. А вы что, бутылки? Не курили, сколько? По второму кругу. Вот Дастер. 2-литровый. У Алексея очень большая практика. Участвует во всех соревнованиях, какие можно. Ну, легко, запрыгал, легко. Так, сейчас у нас третий класс. То есть, первое направление, там, где ребят сейчас проезжали, а возвращаться будут уже по интересным горочкам. Ух ты, молодец какой! Так, Дима у нас на Хантере. Никаких самоблоков, ничего нету. Единственное, грубая резина и кузов приподнял. Тоже участвует во всех у нас соревнованиях.
посмотрим, как квадроцикл у нас. Немножко неудобно. Просто деревьев полно. Я бы хотел. Однозначно полегче и побыстрее идет. У нас вот только Дима молодец. Говорит, я поеду. Дим, поедем? Конечно. Остальные все засали, правильно говорим? Ну да. Приехали. Скажи там это, удлинитель. Зачем? Грязи, да, ребята. Что у нас на обед, девчонки? Обед, картофель тушеный, жареная курица с салатом. Вау. Салатик. Пожалуйста. Свекольный. Свекольный. Капуста. Спасибо. Дима готовится на короткую дистанцию в спорте. Одевается, потому что нужно будет все равно вылазить, помогать, лебедиться. В сапогах там делать нечего. Одеваем узака. И самое главное, это тот скотч, да, такой, ну. Ага. Вообще, самое нужное, незаменимое. Да, придумали, что вот скотч, что зимой брюки заматываешь с сапогами. Вообще тема такая прикольная. Женя, ладно, все, удачи, давайте. Ну посмотрим, как это все у Димы получится. Уже тут колеса скользят. Решили сразу, наверное. Да, лебедочка размотана. Ох ты, Саш, не упал, скользко. Трос намотало. Используем лебедочку. Заранее распустили, залебедились. Лебедочка наматывает и потихонечку ползет. Да, вперед ушел, конечно. Левая сторона особенно. Ребята, машина уходит по пороге. Машина все глубже и глубже ходит. Уже смотрите, вода доходит до уровня окна. Но в салоне уже вода, да, Ром, по любасу? Однозначно в салоне.
Это вот как нужно подготавливать автомобиль, чтобы и мозги вовремя, то есть перенести правильно. Да, в таком случае, конечно, шноркель — это идеальный вариант. Ну, помимо шноркеля, проводку все будет управлять. Конечно, да, все это надо изолировать. Перемон полной воды еще тяжелее стал. Да, вес прибавился. И почему-то колеса, смотри, влево он, да? Хотя надо вправо. Дерево не хочет. А, да, блин, ну тут только за счет лебедки. Только лебедка поможет. Вот. Открыл дверь, чтобы вылить грязь. Пытается загнуть ветки, которые мешают автомобилю подняться. Да, без лебедки здесь вообще делать нечего. В портах оно и не называется лебедка. Ну да. Я вот себе лебедку поставил и до сих пор еще ни разу, как говорится, не пожалел. Хотя я так не катаюсь, но многих приходится выдернуть. Не можешь сказать, чтобы он вправо руля, да, Ром? Нет. Кого, рации нет? Почему? Сливают воду, открыли багажник и воду оттуда слили, чтобы уменьшить вес автомобиля. Так, Дима развернулся, лебедочку сразу размотали. Мне кажется, он, смотри, у него левая сторона утонула, водительская. Ничего. Пока без лебедки. Все, водительская сторона утонула. Только лебедка. Пытается удержать. Переднее левое колесо разулось у Димы. Но уже все равно нужно автомобиль вытаскивать на более жесткий грунт. Интересный конкурс, да? Да, Женька не может без сюрпризов. Это же спорт. Рыбой воняет. Ты же сам, Димка, хотел. Сам хотел, да. И под жечью невозможно, на все мокрые плиты загорать. Такой не каждый день, ребят, увидишь. Везут запаску. Время идет, надо финишировать. Так, сейчас у нас ориентирование по точкам. По GPS-точкам. Женя, здесь как? Рука-рука, да? Вот точка, рука-рука, точка отмечена, отфотографирована, и ребята должны ехать на следующую точку. Ну, наверное, прямо? Скажи, пускай вот туда к нам подъедет, если они не уезжают еще. Здесь сзади заварка. Давай, получается!
поехал в объезд. Напомню, шли дожди. Грунт мягкий. И Дима у нас утонул. Разматывают лебедочку. Фиксируется. Обратно так же ехать, фиксируется, да? За кусты. Проходит весенний этап степных просторов. Это соревнование по спортивному туризму на автомотодистанциях. Вот сейчас у нас мы стоим возле точек для категории спорт. Это у нас самые высокие категории, где самые подготовленные автомобили участвуют. Вот соревнование проходит в формате ориентирования и короткой дистанции. Это у нас спринт. Спринт мы уже откатались. В принципе, прошел у нас достаточно быстро, потому что участников этот раз маловато приехало. Ну, ничего страшного. Ну да. Сейчас вот на ориентирование уже все экипажи выехали. Поэтому вот сейчас наблюдаем, как участники снимают точки. Как раз маршрут для котлет. Это прям рядом с Ахмаровым у нас проходит. Добрался. В кроссовках бежать надо было быстрее, потому что, ну, уедет на другую локацию. Как Александр рассказывал, что сочетание оборотов лебедки и пар сейчас у них соответствует. То есть все равномерно. И лебедку успевает крутить, и колесам не дает лишний раз прокрутиться. Спокойненько ползет. Вообще тема. Будут они отцепляться. Да, ребят, ищут точки. То есть там 105-я, 106-я. Надо по очереди пособирать все точки. Давай. Надо бы сразу одеть эту штану. Не выдержала лебедочка. Сейчас, говорит, минут 20, минут 30 заменим соляной, там как-то, я не знаю, какие-то, не вдавался в подробности, что случилось, но, говорят, нужен мелкий ремонт. Поэтому ребят пока стоят, заглушили двигатель и ремонтируется. Потом поедут собирать следующие точки. Ну, вот так вот мы приехали. Тоже дорога сама по себе интересная. И зрители все здесь находятся. Все наблюдаем за Александрами, как они катаются. Шел дождь, в лесу дорога тоже прикольная. Вот. Так что, не знаю, я буду или дальше снимать, или уже буду закачивать съемку. В принципе, самые интересные моменты я вам показал. Наверное, поеду домой. Так, ну что, мы с вами откатали. Ребята остаются здесь до вечера, потому что по GPS координатам не то ли 5, не то ли 6 часов у них выделяется, но очень долго. Для вас все поснимал, самое интересное. Сейчас выбираюсь в лесной чаще, дорога сырая. Вот. На моноприводе, конечно, здесь однозначно не поедешь. Хотя раньше ездили, я помню. И неплохо катались, как-то больше машины узнавали, потому что по инерции разгонялись как-то там все это. А сейчас что, в натяг, мы все едем в натяг, типа резина у нас же крутая, там самоблоки туда-сюда, поэтому мы глумимся. Ну все, ребят, кому видео понравилось, делитесь видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал Нива007, переходите Нивоводы, мы там в этой группе общаемся, всякими советами помогаем. Ну, в принципе, группа живая и интересная. Очень много грамотных людей у нас. Все, пока. Подписывайтесь, не забывайте. Будьте здоровы.